Традиции лоскутного шитья развивают в Атырауской области. Здесь прошли специальные мастер-классы, которые организовал областной филиал Ассамблеи народа Казахстана для начинающих рукодельниц. В числе последних студенты учебных заведений города. В качестве умельцев выступили местные бабушки. За творческим занятием наблюдали наши корреспонденты в регионе. При кажущейся простоте лоскутное шитье требует большого профессионализма, терпения и фантазии, говорит Калампур Кулмуратова. 75-летняя мастерица сложную технику и приемы осваивала годами. Теперь свои навыки охотно передает другим. Лоскутное шитье имеет большое символическое значение для казахского народа. Курах в переводе означает скрепление. Скрепление новобрачных, соединение представителей разных семей и родов. Вышитые узоры выполняли не только функцию украшения, но и служили оберегом. Именно поэтому лоскутные изделия воспринимались как гарант благополучной жизни. Секреты традиционного ремесла сегодня бабушки передают молодым. На организованный мастер-класс пригласили студентов. Одна из них – Гульсизым Жумагуль. Я первокурсница колледжа, учусь на швею. Мне нравится эта специальность. В будущем хочу открыть собственный бизнес, стать дизайнером и создавать модели. Сегодняшние уроки для меня это не только новые знания, но и интересные идеи, связанные с техникой лоскутного шитья. Курах-корпе, курпище и декоративные подушки. Сегодня они не только обязательный атрибут приданого казахских невест, но и изысканное дополнение к интерьеру любого жилища. Поэтому спрос на них растет. А значит, и уроки этих бабушек будут востребованы. Райхан Ташбаева, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.